Или нет? Да, я взял. Ну хорошо. У командира только никто не отбирает пуха и возьмет. Так, ну что, у нас задача. Мы находимся на воздушной базе под Расманом. Нам нужно на юго-запад пролететь в район заштрихованной овальной зоны и забрать там один из стингеров. Вот и все. Естественно, а он нам у отдавать да? просто так никто не будет, да. А если мы попросим? Ну, наверное, у нас есть специальные такие вопрошалочки, маленькие такие, небольшие. 5.45. Да. Что там у нас какой Ми-8? Ну, у нас транспорт Ми-8. Один? Да. Или два. Сколько у нас пилот? Пилота два. Ну, значит, два. Понятно. Визуально помню один. Может быть, мне память изменяет. А у них стингер же на руках, да, стреляющий? Да, у них с ракетой стреляющий, все работает. В рации еще в ящике есть ДВ, оказывается. А у нас рации, наверное, не будет, да? Точно. Без связи играем? Ну как, крик. Хотя нет, он, я вижу, КВшки. Или у талибов нету рации. Короче, что-то где-то у кого-то нет. Как в отечественном, да? Почти. Итак, как мы будем подходить, с какого направления? Дело, напомню, происходит в ущелье. Может, с перевала Бала? Я предлагаю на юго-западе в этой зоне приземлиться. Ну, можно. А можно поближе? Я так думаю, Джабала Сараж будет очень сильно обороняться. Думаю, где-нибудь здесь. Высадиться на вертолете за холмом. Там просто такой склон очень крутой, и нам удобно сверху вниз стрелять. А зачем, если я, вот, допустим, сяду, к примеру, ну так вот чисто, первый попавшийся показал точку вот отсюда, и буду дрочать вот так вот. А то есть ты по косой. Ты предлагаешь залететь на их направление, да, куда они пойдут, и ждать их там. А они туда идут, что ли? Да, они в ту сторону идут. Они вот так. Да. Ну не ждать, я думал, это. Можно их сзади пристреливать, как так сказать. Ну, со склона, то есть не вниз стрелять, да, как ты предлагаешь, а именно по касательной, на противоположный можно. Склон можно даже выстреливать. А если по группам разбиться и в нескольких местах высадиться? Тоже правильно. Кто у нас будет одну группу заведовать, кто другую? У нас же так две, да? Желающих не нашлось. Ну, в моей группе, допустим, я могу. Там, кто у нас там? Гонза и... Кто там у нас еще? Краб, да? Ну. Вы можете второй быть. Мы вообще в первом деле думали все вместе. Одной большой толпой? Ну, дружно? Ну а нет смысла, здесь вижу щели, здесь надо слева и справа быть, чтобы у них меньше точек, так сказать, это зашкиривание было, потому что под себя мы стрелять не сможем, то есть нас как раз противоположная, с противоположного холма группа может подстреливать. Почему под нас. Сможем? Ну, крутой холм же, как ты там особо постреляешь? Нормально. Не первый раз играл, да, стрелял. Что-то я с этими праздниками забыл, что сегодня воскресенье. Здрасте всем. Одно длинное, привет. Да, здрасте. Одно длинное воскресенье. Да. Так, где нас вертушка-то скинет? На взлетно-посадочной полосе. Под Расманом. Не, скинет где? Я так полагаю, что мы десантироваться будем, не садиться же. Почему можем сесть? Устроить красивую посадку. У нас там утро, солнышко.
из горы. Вот здесь вот? Нам на Джибали или где? Может, прямо это высадковую. Так далековато. А там, не, вниз, можем высадить. А там уже низина идет вниз. А, ну ладно, да, давай здесь. Да. Не, ну и... можно, да, вот на этой сыграй. Фигне. Там рацию обновил? Рацик. Рацик. Рацик, ты обновил? Я не помню. От 1 января? Да. А, наверное. Не, у меня по старма не запускается четко. Пилот, ты с Юга заходи, наверное. Они вообще со Стингера же могут стрелять, да, насколько я знаю? Могут. Они могут по пискам на вертушку навестись и нас видеть. Да. Да если мы низко пойдем. Сидят. Мы низко, если пойдем, мы даже на бугор сядем, и все, они даже не увидят. Только слышат будут. Кроме того, у них там Ми-24 еще летает, шумит. Поэтому они могут не услышать, что мы подлетаем. Че за миссия? В этот, охота на Жао. Ну вот, собственно, и план. Репит, вот мы высаживаемся там на все группы, наверное, все-все-все-все. И потом прёмся вниз, где вот эта синяя. Не, можем еще по-другому сделать. Можем высадиться вот здесь. И пройти вот за этим вот. По склону, да? Да, то есть вот здесь у нас, по идее, прикрытие будет. По этому склону. То есть тут, видишь, там выпирает. Ну, чисто... Ну, нет, мы можем высадиться вот на этой линии и устроить вариант заслон. Вот и все. Они пойдут, мы их встретим. Ну, или что-то в этом духе, там спуститься вниз, да, там, внизу. Как раз мы успеем прийти, посмотреть место, где лучше всего занять позиции, засаду устроить. Да, обжиться, скажем. Из-за камушка можно вести огонь будет. Именно. Они через 5, 10, 15 минут разблокируются, я надеюсь, и к нам пойдут. Так, а заход сюда делать? Ну да, через юг можно. А у нас рестайма не будет? Нет. А то есть мы сразу же на вертолёт... Вот, нам, я говорю, нам Паш, нужно быстрее сориентироваться. Как бы нам ноги там не сломать. Ну, аккуратнее. Там очень круто, мне кажется. Ну, клир. Да. Не надо щелкать. А, я залип, наверное. Давай этот самый запасной, так скажем, вот здесь оставим. Где раньше я поставил метку. Да. А там просто подлетать будем, будет видно, что там вообще. Да. Если что, пойдем на тот. Да я боюсь, ну что. Мы... Ладно. Так, а пилот у нас есть? Студент? Опять? Может, было план не обсуждать? Да, студент не у нас. Что-то не видать. Ну что, кто полетать-то хочет? Так вроде же становился кто-то на пилот. Просто молчит. Пилот молчит. Ну если пилот молчит, то как мы другого... Я люблю помолчать просто. Раз возражений нет, то можно. БЕ, ФСБ, БЕ. Только... приставок окончаний. Бое впереди, бое сверху. Бедром весишь. Надо еще сверху и снизу бое добавить. Кто сколько весит? Да ты, наверное, 40 кг. Ну да. Это крюкзак. Сколько вы напихали медицины? 30 бинтов. А вы, наверное, посыпьте из него. Пока будем лететь, я что-нибудь вертушку скину. Там что за вертолет, кстати? Ми-8? Ми-8. Не, ну понятно, что Ми-8. С нарами нет. Скорее всего, нет. Это же отстоял. Пулеметом. Да, с тепловизором. Эх, я понадеялся. На хорошую игру. Один вопрос. А какой план? Не отвлекли очень сильно нужно было. Садишься в вертолет с пассажиром и летишь. Там дальше скажут. Так, пассажиром. Там высадить, кстати. Проблема одна, я пилот. Лоу. Хотя бы сядь в вертолет и летишь. На какую
из этих высоток садиться? Первая с черточкой, которая, это мы подлетаем туда, смотрим. Склон слишком пологий, если можем ломать ноги там, то мы туда не высаживаемся. Да, мы летим на вторую южную. Лететь желательно не через овал оранжевый, красный, с полосками. Где-нибудь облететь сбоку. Найс. У тебя сколько часов полета? 1000? Как студента? Я уже говорил. Слушай, надо. Я только пришел. Да я полечу, что рисковать-то. Я голосую за вас. Тебя на лед больше. Что там невысокий? Там все смешно. Нет, я просто могу отвлечь, ну ладно. Тебе что тут рисковать, если хочешь? Да можешь, они тебе... тоже готовы вроде, Паш. Или нет? Что-то писали. 10 человек играет, и все. Да я здесь один играю, что? Я один здесь. Ша один играю. Это голоса у меня в голове. Все, все, все под ПЗ подстроено. На самом деле все игроки отстрела. Это по-моему аккаунты Паш. Купленные игроки. Что? Рация заработала, если меня заработала. Че, блядь? Там куда буду с посылочкой. Это потеря? Взяли медицину, грузимся в вертуху. Ой, я не знаю. Долго не втыкаем, у них может быть 5 минут, они через 5 минут встанут, уйдут, мы их уже не увидим. Где водитель так кобылы? Да вон он бежит. Все, сел. Еще и перезаряжается. Да. Все за рулем. У нас негр здесь почему-то, русский причем. Тут поставить на рейс. Так, у меня карта нет. Зачем тебе карта? Я так вот сверстом останусь в вертолете. Ты успел? Закиньте его, Коль. Хотя я там выкину, ты. Сначала проверяем северную точку. Если можно подходить там, высаживаемся и занимаем позицию, перекрывая зону. Согласен, северную точку цели на южную. На северную сначала. Если увижу противника, огонь можно разрешать с вертолета? Да. Через вопрос. Ну да, вдруг нет. А кого спрашивали? Я запрещаю тебе. Да не стреляй до конца игры, да? А у тебя есть патроны? Да, целых 12 магазинов. Чё? Ну как по дефолту? На вертолёте. Краб, а почему у нас нет? Чего? Чем мы так громче говорим? Почему у нас патронов нету на вертолёте? Кого нету? Патронов. Есть. Чё, ну помнишь, на Мальске летали без патронов? Так это... случайно выпал. Это из-за Гонза. Это выпал. Гонза, ты упал совсем? Вернись, вернёшь. Всё хорошо. Всё нормально. Хорошо. Что? Что? А я пользовался этой менюшкой, блядь. Ах ты шалун. Сейчас я тебя задавим. А, на пассажира не пересаживайтесь, тут баклан. Да не надо. Не надо возвращаться, он дойдет. Если вы пересядете за пассажиров, может выкинуть, как вы вышли просто. Как на землю. Что ты делаешь? Сейчас здесь ему идти 900 метров. 900 метров, он пешком дойдет. Да нет, чё, сейчас повторим подвиг студента. Вера, мы съезжаем, да? Вы как-то верите, что мы съезжаем, слышь?
Парашют еще один возьми. С Питера я сам вытолкну. Кто-нибудь время-то засек? Уже 4 минуты. Ну вот они могли уже сбоить. А ты хим какой-нибудь поставил? Им нет, вроде не, не было там. Нет, что ограничений снято. Нет. Надо было поставить. Да. Нет, ну у них-то будет. Не-не, у них тоже не будет. Ничего не будет, ни у кого не будет. Ну если стандартный будет... танк будущих разместил, там будет. Это ограничение снято. Ну, просто оно есть, ты поткнулся, оно есть. Ткнулся еще раз, его нет. Вот так. В общем, через еще 10 минут, если они не появятся, можно к ним уже будет самим идти. Вернее, не через 10, а через минут 13. Все? Юго-восток, юго-восток, 130. Ну, 130, азбук. Она настраиваема, насколько я помню. Она нет. Ну ладно. Внизу камни, нам надо будет углубиться, потому что у них здесь уже зона триггера, и куда они должны его вынести. Я так понял, они с 80 придут? Да, дед. Ну, вот они вот сюда выйдут, и у них здесь работает уже триггер. Надо здесь оставить снайпер, наверное, остальным всем туда. Да-да, так, наверное, это сделать. Туда это куда? Я тогда у камня останусь. Туда? На 80, туда это на 80-70, да, там, Москва, ну. Слева, справа. Нашего дымит вертали тоже, кстати. Он даже садит сейчас за мной. Он сел. Что, прям как будто стрелял? На них прям на вертолет он был.
Короче, прям под взрывом на юге племянчик по крассерам. Чуть дальше немножко. На восток. Ну они рядом, значит, уже. Да, 200-300 максимум. А нам сейчас смотреть. Берусь на противоположный склон, залезу наверх. Там Кронос с винторезом, и я с ним рядом. Ты внизу, я наверху. Нет, прямо да, ним кто бежит. Ближе к озеру, вот Трепик пробирается. Не до озера метров 200 минимум. Ну я слева, а то... Сейчас сломаешься. Паша, а что, тут опасно? Конечно, в камень. Паш. Чё? Мне показалось, ты умер. Нет. Мечты. Меня Гонза напугал. За озером тут елочки растут, кустики, я их наблюдаю, а если они там появятся, я туда из РПО там дам залп. А я туда... На южном склоне вот два больших камня, наблюдает их кто-нибудь за ними? Я смотрю. А что, там движение, что ли? Нет, но там, может, оттуда тоже они верхом же могут пройти. Гунзо, ты там аккуратнее, если что, не попади под струю. Кто-то на юг далеко убежит. За озеро пока не ходите, давайте рубеж назначим озеро. Панзе, поднимусь наверх до камня. А, это ты на юг убежал? Да, да. На всякий. А, кто на северном склоне от озера? Я. Я. Панзе, а что, ты меня видишь? Ну ты уже в тумане какой-то, за озеро, да, движение. Да, северного склона, северный склон. Они на северном склоне. Вижу. Меня тоже спалили. По мне огонь. Но я никого не вижу. Так, у меня на они на нашем. Я успел спрятать. Вы пушки дали, это пошло. О, я сейчас сдох. А ты где? Ты где, я меди? Я на озером. Не... Я просто не могу чувака убить, что не нашел. Над озером где? Север или север? С севера. А ко мне здесь тоже один так. Сейчас я к тебе подойду. Никого раненых нету наших. Там дальше подходит с востока, продолжают подходить. Здесь либо убиты, либо не ранены. Куда спустился Кронос или все еще? Я смог открыть. Так, вот в лесочке вижу один. Один ходит, но я не буду тут стрелять пока. Два тела вижу в этом, в деревьях. На нашем склоне слева, за камнями противник. 100 метров от нас. На северном склоне вижу нашего этого спецназовца, около камня большого. Вниз смотрит, у него наверху стингер. Чувак со стингером. Это я. Убивай нахуй.
У меня не пошло, я не могу ни хрена попасть. Восточнее зашел за твой камень. С восточной стороны камня он к тебе проходил. Трассера видите, но... Корректир. Да, убит. У меня кто рядом здесь был? Он живой еще наш кто-нибудь? Он живой, лечит. Чики-брики вроде убили. Потому что у меня же стрельба была, и все затихло. На севере против. Кронос, к тебе куда-то пошел обратно. Ебать, он живой. Убили, по-моему, Гонза. У меня граната сбилась. Нет, это не понял. Хер он знает, вроде бы в халате. Меня гранатами закидывают тут. Видимо, Паш, это я был сейчас последний рвал. Паш, ты РПЛ использовал? Нет. А где ты находишься? Там же. Москва не на северном. Кто калаш рядом? Да я пустил. Сверху долбит кто-то. С моей шкуры. Сейчас пристрелочный дам, если по своим. Я видел. Кто-то со стволом на север смотрит сейчас у кромки северной их скалы, да, мотается. Проходи дальше вперед. За углом. Понял, аккуратно веду, справа. Это я. Справа, справа, аккуратно за углом. Да я не могу их упомянуть. Кто сейчас с севера подходит? За углом за камнем? Паш, проходи, там только нога торчит, дальше не вижу. Гранату так и да. Выше попробую подтянуть. Спасибо, кстати. Спасибо. На северном склоне. Все, там разобрались. Кто там сейчас лутает? Класс. Победа. Это ничего там было с ЦДшкой.